Здравствуйте, мои дорогие подписчики! С недавних пор у меня появилась кошечка, кто смотрит мои видео. Мою кису зовут Лилу. Она у меня уже подросла. И я вам сейчас покажу, как я за ней ухаживаю. Сегодня мы будем обрезать ногтики. Резать мы их будем вот такими вот чипчиками. Но у меня есть еще вот такие вот чипчики. Но я ими немножечко побаиваюсь. Не знаешь, как кошечка себя поведет. Этими легонько я чувствую. А вот этими, конечно, может быть, она постарше будет. И привыкнет уже к этой процедурке. Маленького котенка нужно... Вот появился у вас котеночек, месяц-два. Сразу начинайте какие-то процедурки. Обрезание ногтиков, купание. Промывание глазиков. Это мы делаем ежедневно. Ну, купаемся, конечно, мы не ежедневно. Но это нужно приучать с маленького котенка, не со взрослой кошечки. Сейчас я вам покажу, как я это делаю. Лилушечка, иди сюда. Иди, моя девочка, иди сюда. Убежала. Знает, что ей буду делать, убежала. Иди, моя маленькая, иди сюда. Моя девочка. Моя куколка маленькая. Что мы делаем? Кошечка должна быть немножечко спокойной. Конечно, она должна быть не голодной. Ей должно быть интересно. Мы нажимаем. Вот маленьким движением. Смотри, Лилушечка, смотри. Движением легким. Раз, обрезали. Не-не-не, моя маленькая. Смотри, Лилушечка, на, на, на. Давай-давай маме ручку. Вот, если у нас кошечка уже не хочет так себя вести, не хочет спокойно, что мы делаем? Мы ее укутываем. Берем котеночка. Одну лапку оставляем. Одну укутываем. И она спокойненько будет у нас сидеть. Вот такой вот маленький ребеночек у нас появился. Она никуда не убегает. Мы спокойно нажимаем на ногтик и срезаем очень легонечко. И не моя маленькая, нет. Процедурка это для них не болезненная. Я ее уже обрезала, но они вот очень быстро у нее подросли. Не моя хорошая. Мы не забываем, что у нас не две лапки, а четыре. Не, моя маленькая, давай лапку маме, давай. И вы лапочку, давай, моя хорошая. Дай маме лапку, дай маме лапку. Не хочешь мне давать, не хочешь? Ну, поиграйся, Сережечка, поиграйся. Поиграйся. Давай, мама же больно не делает, давай. Моя девочка. Вторую мы лапку прячем. А, моя куколка. Мамина девочка. Не. Нет. Делаем то же самое. Очень быстро подросли ногтики. Буквально вот за недельку. И у нас уже острые-острые ногтики. Не. Поначалу, конечно, она не могла понять. Цеплялась за ногтики, а потом начала куда-то прыгать и падать. Начала злиться ужасно, что она что-то не так, какие-то изменения. Но ничего, сейчас она уже поняла. Если она хочет куда-то очень сильно запрыгнуть, она делает большой разгон. Давай, маме, лапочку, давай. Давай еще вот ногтичек один. Она делает разгон, нажимаем на лапочку. Не моя девочка. И она прыгает высоко-высоко. На, держи. Где у нас ногтичек? Давай маме один. Мамина девочка. Досыта. Где наши ножки? Где наши ножки спрятанные?
спрятала. Не дает, спрятала. Тут у нас на ножках растут медленнее, чем на лапках передних. Все, процедурка, как видите, очень мало занимает времени. Она у меня уже так и лежит. Куколка. В следующем видео я покажу, как я ухаживаю за глазками. И расскажу, с чем мы столкнулись. Возможно, вам поможет мое видео. До свидания всем!